И, кстати, мне очень нравится знакомиться с девушками зимой. Ты присмотришь? Просто потому, что они в одежде, в шубах, в куртках, замотанные шарфами, это сохраняет интригу. Да? Это как в детстве, берешь киндер-сюрприз и не знаешь, что внутри, бегемотик или пингвиненок. Мне как бы попадались и бегемотики, но раз открыл, то на полку не поставишь, надо играть. Обидно, что киберспортсмена после окончания карьеры никто не вспомнит. Они будут такими же людьми, как ребята-гимнасты, которых звали в большие гонки ради последнего испытания с переплатиной. Я давно перестал замечать, что там говорят другие, ведь именно с ней я почувствовал то прекрасное, буквально чистое чувство. Чувство, когда она убирается у меня дома. И нет ничего лучше, чем моя маленькая домохозяйка. Знаете, я очень многое понял о нашей российской современной армии, когда, прогуливаясь в выходной день по казарме, увидел нескольких своих сослуживцев. И знаете, что они там делали? Окей, Google. Порно, Бэтмен не против Супермена. Ну, понимаете, да, и что сейчас там творится? Вообще, вот меня очень сильно бесит эта фраза «отдай долг родине». За что я ей так задолжал? Меня чё, батя, в карты военкому проиграл? У нас было совсем другое детство. Мы в нашем детстве сидели в песочнице, жрали куличики из песка. Сейчас дети сидят в суши-барах, жрут роллы. Обидно. Обидно, что нам самим приходилось готовить эти куличики. Мы были самостоятельны. Каждый вечер всей семьей мы смотрим сериал «Мухтар». Это отвратительный сериал. На протяжении 10 сезонов нам рассказывают, как собака работает лучше нашей полиции. Вот мне интереснее за батей наблюдать, когда он в запое. Вот тут хотя бы есть интрига, да? Вдруг главный герой умрет. А панды, опушите панды, не правда ли? Вы знали, что в Китае за убийство панды полагается смертная казнь? То есть Китай на законодательном уровне разрешает пандам залупаться.